Всем привет! И одним из плюсов данного видео будет то, что я покажу вам, быть может, то самое место, где хранятся все ваши несбыточные мечты, надежды, чаяния. И начну это в контексте моей поездки в Таиланд. Я ехал туда с целью познакомиться, как устроена там индустрия туризма, индустрия семейного отдыха, что там можно сделать, с кем посотрудничать. И начал я с того, что попытался выйти на лицо принимающее решение в самом большом и крупном центре, торговом центре Бангкока, это Сиам. Город – это торговый центр город, город развлечений, город магазинов, город ресторанов, город с очередями магазин Шанель, город, где туристический поток не ослабевает 365 дней в году. То, что я там увидел, это тяжело сопоставить даже с каким-то активным периодом нашего сезона на Черноморском побережье. В общем, преодолев всю эту пирамиду бюрократическую, я наконец-таки вышел на лицо принимающее решение в рамках крупнейшего холдинга, ответственного за этот торговый центр. У нас с ним начался очень интересный диалог, я ему рассказал о наших проектах. Мне удалось его заинтересовать, показать наши проекты, наше видение, перспективы, то, что реально отсутствует в Бангкоке, и то, что реально бы пошло и было бы интересно туристическому потоку, и это сделать можно в его торговом центре. У нас все так замечательно шло, и в один прекрасный момент он просто пропал. Пропал, и нет реакции на мои последующие письма. Я уже улетел в Москву, и проходит 2 недели, я случайным образом открываю папку спам и вижу его письма, где он подтверждает время встречи, ждет меня в офисе и делится своим представлением, как бы могли бы поработать. В общем, я снова лечу в Азию. Прошу каждого из вас обратить внимание на эту страну, где 365 дней в году есть люди со всего мира, с совершенно другим средним чеком, который выше, чем у нас в России. Четко уже прослеживается, что там можно сделать, как это можно сделать. У нас есть язык, у нас есть связи, понимание, опыт работы за границей. Поэтому пишите, звоните, мне в личку пишите на корпоративный адрес skyproduction.ru, обращайтесь и давайте вместе осваивать Азию.